Этот детский лагерь принимает сыктывкарских подростков второй год подряд. Его посещают дети от 8 до 14 лет. Некоторые с непростой судьбой, но с огромным желанием стать сильнее и выносливее. Всего 30 человек, разделенные на две группы. Разделила их опасность заражения коронавирусом и связанные с этим новые требования организации детского отдыха. Это развлечение и отдых. Вот это главное сейчас для детей, потому что в условиях дистанционного обучения все устали. Устали дети, устали родители. И поэтому для того, чтобы сгруппировать их, чтобы они пообщались между собой, вот сейчас это можно уже в малых группах. Поэтому вот цель у нас такая. На меня движение сделали. Назад вернулись. Справа, оп, сместились. Хорошо, подвигались. Влево сместились, подвигались. Сегодня в лагере мастер-классы по боксу. Вид спорта выбран не случайно. Сыктывкарская федерация бокса – партнер гуманитарно-педагогического колледжа в организации детского отдыха. Кстати, многие тренеры заканчивали физкультурное отделение именно этого образовательного учреждения. Дети – это наше будущее, подрастающее поколение. Нам бы хотелось бы тоже, чтобы дети занимались боксом. Ну, пусть занимаются любым видом спорта, но мы все-таки популяризируем олимпийский вид спорта – бокс. Это сейчас проводит наш тренер федерации Илья. Там есть элементы бокса, вот вы видите. То есть уклончики, движения. Ну, бокс – это вообще закаляет характер и физическую подготовку. Лагерь продлится в течение 3 недель, по истечении которых здешние воспитанники должны получить порцию положительного настроя и заряд бодрости на грядущую осень. Любовь Денисова, Олег Жуковский, телеканал «Юрган», Сыктывкар.